Мечты должны сбываться, особенно детские. В преддверии самого волшебного зимнего праздника депутат Магнитогорского городского собрания по 26-му избирательному округу Сергей Король принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и сделал подарок многодетной семье. Приятные минуты запечатлела наша съемочная группа. Дарить подарки от депутата в преддверии Нового года в 26-м избирательном округе стало традицией. В этот раз семья Минаковых получила возможность побывать в резиденции Деда Мороза в Горном ущелье. Сертификат лично вручил Сергей Король. Вот он вас приглашает, передал мне пригласительный. Вот это всю полностью семью. Получай. Спасибо большое. Спасибо. В семье Минаковых пятеро детей. Самой старшей Надежде 15 лет, самому младшему Саше 1,5 года. Глава семейства работает в объединенной сервисной компании. Мама Ирина говорит, давно хотели познакомиться с новогодним волшебником. Очень неожиданно, конечно, что позвонили, пригласили. Дети обрадовались, пошли с удовольствием. Исполнится мечта детей, съездят, посмотрят. Встреча прошла в теплой обстановке, за душевными разговорами и чашкой чая. Мы традиционно делаем елку желаний, даже если бы централизованно по телевизору не крутили, там, что у нас министры, там, и у нас на округе, мы все равно бы ее сделали, вот, без всяких этих, это точно. Мы ее делаем уже много лет, и, соответственно, оно воздается, потому что, когда дети приходят радостные и счастливые, когда видишь их счастливые глаза, то, соответственно, вот ради этого и надо это делать. Поздравили семью Снегурочка и Дед Мороз. Главные герои новогодних сказок подарили сладкие подарки и праздничное настроение. С Новым годом! Желаем счастья, здоровья и благополучия в семье. Ольга Аникина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИ.